Это платье ты можешь шить сама к лету по моему мастер-классу. Всем привет, меня зовут Неля Мазгарова и мой блог для тех, кто любит моду и любит шить. Подписывайся и сохраняй это видео. Для того, чтобы построить эту выкройку, вам необходимо 2-2,5 метра хлопка. Кроить можно прямо сразу же на материале. Рекомендую здесь поставить видео на паузу или сделать скриншот для того, чтобы полностью повторить схему построения выкройки на материале. А подробное видео и мастер-класс ваш ждет на моем YouTube-канале, ссылку оставлю под этим видео.